Друзья, сейчас прозвучат три части «Мотыльки и бабочки» сюиты. Я уверен, что вам будет в полном восторге. Но постараюсь задержать ее и хлопать только после третьей. Хорошо? Это будет трудно, да. Да, я тебя вижу. Манджи, да? Следующая чернушка грустная. Пассакалия.
вкусная. Последняя часть – зефир превосходный. Или грунт Джемайла в Кипчакских степях. Thank you.